Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Хамид. Хамид. Йоу, пейте чел и молоко, будете здоровы, йоу. Сегодня мы потрещим о парнокопытном жвачном животном, о домашнем подвиде дикого быка, о самке подвида Bos taurus, а конкретно о домашнем быке, о корове. А сколько корова в год дает бабла? Дохода? Ну да, бабло, доход. Ну считайте, 3 раза дойку, если по 20, 60 литров. Ну считайте, вот сколько будет. А литр сколько стоит на рынке? Ну у нас 30 рублей сейчас. А, 30 рублей, то есть это сколько получается? О, коровы с Ленинградки столько не дают. Я слышал, что в маргинальных слоях общества тёлками грубо называют у сексуально распущенных женщин. А вот среди животных коров есть сексуально распущенные тёлки? Есть. Разные животные. Дойка – это когда дёргают за соски, правильно? Ну. Такой, ручная дойка же есть, как я знаю. Ручная дойка. Сколько нужно вот по времени, чтобы... Ручной доить? Да, чтобы доить. Полчаса уходит. Полчаса и... Да. Молоко выходит. Мне вообще 5 минут и... У меня все. Кому как доится. Кому как доится. Один мой кореш говорит, что если корову сильно бить, она будет давать кровь. Это правда? Не понял, как кровь будет-то? Молоко, что ли, кровь дает? Если бить, то кровь будет давать вместо молока. Это правда? Вместо молока? Не. Давайте вот женщина, бьете вот молоко, кровь дадут, нет? Жену тоже бьем же. А, вы бьете? Ну, бьете вот, а мы бьем. А почему молоко, кровь не дают вместо молока? Что, подождите, вы бьете кого-то? Жену говорю. Вы говорите, когда корову бьете, вместо молока кровь дают, говорите. Я просто слышал, что если жену бить, она может еще и молоко давать. Ну, корова тоже как человек же. Когда будете бить, молоко будешь давать, когда? Не кровь же. Змей-голова. Кто это? Главарь он будет. Если он налево повернулся, налево пойдут стадо. А ходит налево, да, стадо? Да. А вот это ваши тёлки все? Тёлка, говорите, корова? Корова, тёлки, да. Корова от совхоза. Я просто пасу. А это... вы имеете этих тёлок вообще? Понял. Ну, имеете тёлок этих? Нет, здесь не имею. Это только... От совхоза. В другом месте имеете тёлок? Свою родину имею корову держать. А вау, здесь... респект, чувак. Но своей родине тёлок иметь – это респект. Ну, у вас любимая корова есть какая-нибудь? Нет, здесь. Болезнь. Давно? Как давно? Жалко. Дай бог никому так. А как случилось? Не понял вашего фраза. Как же получилось? Далеко-далеко пасутся кто? Коровы! Пейте, дети, молоко на здоровье. Любите коров, уважайте коров, ешьте коров.
Пейте молоко. Respect.